Еще немного, и с призывом на плаху на Кремль пойдут и жители Белгородщины. Соловьев с самого большого их телеэкрана с недовольной физиономией назвал местных припадочными истеричками и предложил заткнуться. И не сметь роптать на великий федеральный центр, который сделал вот такое вот нехиба, чтобы местные не страдали от войны, военщины и военных действий. Вот федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ. Ніхто нікого не кидав, бо мастили вони в принципі там 7 разів на тиждень про цих думати. Їхня думка завершується в акурат за МКАДом.